Арлекин так и не заточил себе накидку. Мне кажется, это опрометчиво с его стороны. Не находишь ли? Весь круг 12, накидка всего 11. Я думаю, лучше не рисковать, пытаться заточить. Сейчас можно же и сбить. Да. И будет похуже немного. Я имею в виду про заточку шаром. Нормальную, обычную. А, шарами? Ну, надо еще шары найти. Ну да. Вряд ли голда на расходнике и хватит на один 12-й шар. Ну, если скинуться со всей команды и идти драться без хирок, то вполне может быть. Ну что ж, у нас меньше 20 они секунд до начала. Они пожертвовали хирками ради плюс 12 на накидке Арлекина. Да-да-да. Это шутка вся. В общем, команды обе готовы. У нас остаются считанные секунды до начала. Пусть это будет честный бой и бескомпромиссная борьба. Поехали! Ворота открылись. Mass & V со стороны White Dragon. Видим. С обеих сторон, да, по-моему, Mass & V был. Так, первые мунки, 10-10, вот он, это был не Mass & V, сбивали с полета. Так, 9-10 уже. Сбивают с полета лесу. 8-10, очень быстро улетают. 7-10 члены команды White Dragons, если я не ошибаюсь. Арма проходит в мунку друида. Но задевает сильно. Арлекина никак не разденут, хотя давно пора. Уже 5-10. Очень плохо приходится друле, она на фулл бафах, но все равно ее бьют очень сильно. И она улетает. 2-10. Видим, что танк стоит в контроле. Ощущение такое, что полностью игнорит его шмот. Да, вар умирает. Да уж. Ну что ж, мы видели, как за 73 секунды команда Ризинов просто сокрушила команду White Dragons. Поздравляем Ризинов, они проходят следующий этап. Ну а White Dragons не стоит расстраиваться, они несколько уступали в уровне экипировки и заточки, поэтому им есть над чем работать, и я думаю, не только в заточке, а и в своих каких-то командных и личных навыках игры. Я желаю обеим командам удачи и благодарю за этот бой. Ты не помнишь, какой у нас самый короткий бой был в течение всего турнира?